Сегодня покажу вам вкусный рецепт фаршированных яиц в виде грибочка. Вымытые обсушенные шампиньоны нарезаю на мелкие кубики. Репчатый лук нарезаю тоже на мелкие кубики. Сковородку ставлю на средний огонь, наливаю растительное масло, выкладываю лук и обжариваю его до мягкости. К луку добавляю нарезанные шампиньоны, все хорошо перемешиваю, немного солю, перчу и обжариваю до готовности. Обжаренный шампиньон и лук выкладываю на тарелочку и даю остыть. Отварные куриные яйца разрезаю на 1/3. С обеих половинок достаю желток. Меньшую часть белка хорошо промываю под холодной водой. Это будут верхушки грибочков. Зелень мелко нарезаю. У меня лук, укроп и петрушка. Тарелочку, на которой буду подавать яйца, посыпаю зеленью. Для начинки желтки измельчаю вилочкой. К желткам добавляю шампиньоны с луком, оставшуюся нарезанную зелень, чеснок, майонез и все хорошо перемешиваю. Кастрюлю с водой ставлю на огонь, добавляю 2 пакетика чая. Туда же выкладываю вымытые верхушки белков и провариваю 5-7 минут. Окрашенные белки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать всю лишнюю жидкость. Ножку белка начиняю начинкой. Начиненные ножки выставляю на тарелочку, посыпанной зеленью. Также окрашенные шляпки белка начиняю начинкой. Готовые шляпки выкладываю на ножку из белка, формирую их в виде грибочка. Вот такая вот вкусная грибная полянка из фаршированных яиц у меня получилась. Готовьте с любовью, всем приятного аппетита!